Народный писатель Олжас Сулейменов в этом году отмечает юбилей. Завтра известному поэту исполняется 85. По случаю знаменательного события в Алматы прошла международная научная конференция с участием видных ученых, общественных деятелей и писателей. Дана Келебаева продолжит тему. Имя Олжаса Сулейменова давно вписано золотыми буквами в историю современного Казахстана. Народный писатель и поэт широко известен как в стране, так и далеко за ее пределами, не только своими произведениями. Еще до обретения независимости Олжас Сулейменов возглавил международное движение «Невада семей» и добился закрытия самого крупного ядерного полигона в СССР. Об этих и других его заслугах сегодня в канун юбилея вспоминали друзья и коллеги. Поэзия Олжаса Сулейменова отличается именно научностью, именно фундаментальностью, капитальностью. И в процессе своего творчества Олжас Омарович все глубже погружался в историю нашего народа, тюркских народов и вообще в историю, можно сказать, культуры человечества. Литературную деятельность Олжас Сулейменов начал в далеком в 1955 году. За это время его работы переведены на 11 языков мира. Среди наиболее известных произведений «Аз и я» и «Земля, поклонись человеку». То, как он умеет сравнивать, сопоставлять, приходя к интересным открытиям, я думаю, здесь играет роль его первая профессия, профессия геолога, открывающего тайные недра земли. И точно так же он открывает тайны слова. Он помнит и благодарен тем людям, которые ввели его в литературу. Современники до сих пор диву даются, как один человек смог вместить в себе столько способностей. Ведь кроме поэзии и общественной деятельности, Олжас Омарович известен как виртуозный дипломат и государственный деятель. Дана Келебаева, Арсен Сандыбаев, телеканал «Алматы».